На днях получил письмо, в котором человек задавал мне кучу вопросов про detention, помощь, разрешение на работу и так далее. Довольно много людей считает, что перейдя границу Мексика-США, власти США отправят всех в какой-то депортационный лагерь, откуда выпускают. Далее эти люди получают сразу разрешение на работу, различные пособия, на которые можно жить. В общем, все очень просто и весело. Я хочу вам сказать, что это не так. Я решил ответить сразу всем, чтобы люди имели понимание по этому вопросу и не питали каких-то иллюзий. Наверное, многим известно, но тем, кто не знает, я сейчас коротко повторю. В настоящий момент перейти границу США и попросить политическое убежище можно легально, зарегистрировавшись в приложении CBP One на территории Мексики. То есть попасть в США сейчас можно без визы. Можно также пройти через пограничный переход, то есть подъехать, как и раньше, на машине. Можно пройти через дырку в заборе и сдаться пограничникам. Это законные способы перехода границы. Да, вы окажетесь в США, но позже возникнут сложности. Я уже объяснял в одном из видео, кому интересно, посмотрите. Получить убежище в таком случае будет очень сложно, но остаться в США все-таки будет можно. Если заявители проходят по приложению CBP One, то они получают так называемый Notice to Appear, форму 862. По-русски это направление в суд. И пароль, форму I-94. Если заявители помещают в иммиграционную тюрьму, detention, значит, заявители должны депортировать. Но власти США этого не сделают, если заявитель заявит о страхе возвращения в свою страну. Вот тут заявителям важно понять, что если они заявляют, что они просто не согласны с политическим режимом, или что им мешают соседи по лестничной площадке спать, или они обманутые дольщики, то они отправляются обратно к себе домой. А вот если страх возвращения, который совпадает с одним из пяти признаков получения политического убежища, то на интервью на страх нужно будет как раз и объяснить, какая ситуация сложилась у заявителя, почему он боится возвращаться в свою страну. Я неоднократно говорил об этом, что существуют требования определенные, которым должен удовлетворять каждый заявитель на политическое убежище. И заявляться на границу со своей правдой жизни и ожиданием, что офицер войдет в положение, сделает исключение, создаст прецедент именно по вашему кейсу, бессмысленно. После прохождения интервью на страх офицер вынесет решение. Оно может быть отрицательным, то есть вы не соответствуете статусу политического беженца. В таком случае вас могут депортировать. У заявителей есть возможность оспорить решение офицера в иммиграционном суде, если он обоснует, почему решение офицера было неправильным. На это дается 7 дней после вынесенного офицером решения. Если вы прошли интервью на страх detention и соответствуете требованиям, то вы получаете форму 862. Но чаще всего таких заявителей оставляют detention до суда, то есть до как раз вот мастер-календар хилинг, до первого суда. В этом случае вы сами понимаете, кейс должен быть у вас уже готов, он должен быть у вас на руках. Я еще раз хочу подчеркнуть, насколько наличие правильного кейса, готового до перехода границы, является важным, поскольку если у вас не будет правильно написанной истории, то вероятность уехать домой для таких заявителей очень большая. Ведь суд без готового кейса пройти просто нельзя. А написать историю, находясь в detention, невозможно. Заявители не могут сказать судья, мол, кейс у меня не готов, так как я рассчитывал, что вы меня отпустите, а я его напишу позже на территории США. Такого не получится. Многие заявители, находясь в глубоком заблуждении, что если они пойдут на границу с семьей, и у них будет ребенок, допустим, от 18, вернее, до 18 лет, то иммиграционной тюрьмы они могут избежать. Это не так. Сейчас семьи разделяют, довольно часто мужчин задерживают, отправляют в детеншн, а женщин с детьми отпускают. То есть мужчина будет проходить все те же процедуры, ну, если он заявитель, которые я объяснял ранее. Соответственно, нужен готовый кейс.
Если заявитель проигрывает дело на суде в detention, то всю семью в таком случае также депортируют. Вот некоторые заявители не понимают и думают, что раз вот их выпустили, а главу семьи задержали, то только, мол, отца и депортируют, а остальных оставят. К сожалению, уедет обратно вся семья, если глава семейства, попавший в detention, выступал заявителем, и он либо провалил интервью на страх, или не получил одобрение в суде. Теперь, как же добраться до границ США? Самый лучший способ и путь, это, конечно, как и прежде, получить туристическую визу, спокойно прилететь и податься на убежище в течение года. Разумеется, если есть преследование. Но если нет визы, то до мексиканской границы с США, то есть Мексику имеется в виду, можно долететь через Турцию, через Эмираты. Нельзя сейчас летать через Кубу, откуда людей заворачивают. Если вы купите путевку на Кубу, то из нее будет возможность улететь только в Россию, в Мексику не дадут. Хотел бы также предупредить о таком моменте. Мне позвонил один из заявителей и рассказал такую историю. Его друзья заранее из России связались с какими-то добрыми людьми в Мексике, которые пообещали каким-то хитрым путем, типа медицинским паролем по зеленому коридору, привести людей на границу. Заявители оплатили первый взнос, далее приехали в Мексику, и вот тут мексиканские власти по какой-то причине начали расследование против вот этих добрых посредников. Те люди, которые обращались к ним и платили деньги, попали под проверки на территории Мексики. Их забирали из гостиниц на допросы, некоторых задерживали и депортировали. Вообще не советую иметь подобных криминальных связей. Все делайте по закону. Кстати, про криминал. Ко мне часто на почту и в соцсети приходят вопросы, типа, вот я попался пьяный за рулем, вот меня, имеется в виду на территории США, вот меня остановил без прав полицейский, что делать, или ребенок украл в магазине какую-то вещь и так далее. Ребят, вот в подобных вопросах я мало компетентен, но хочу вам посоветовать канал, который ведет вот бывший полицейский, мой хороший знакомый, шериф. Он, кстати, только в этом году вышел на пенсию, отработав в полиции огромное количество лет, опыта не занимать, сами понимаете. Канал называется Гера Шериф. Это не реклама, это действительная польза для вновь прибывших иммигрантов. Ведь когда вас останавливают в вашей стране или случается какое-то происшествие, то люди знают в той или иной ситуации, что делать и как себя вести с полицейскими. В США иные правила, поэтому, чтобы не наломать дров, если случится какая-то внештатная ситуация, я очень советую подписаться и посмотреть видео вот на канале Гера Шериф. Гера объясняет, как себя нужно вести и что делать, если вас там остановили пьяного за рулем, если полицейские пришли к вам в дом, если овнер задумал вас выселить, что делать, если вас там остановили полицейские, а вы пребываете на территории США нелегально. Он объясняет, как минимизировать ваш материальный ущерб и сохранить свои нервы. Отвечает на вопросы в комментариях. Это не реклама, поверьте. Это мой добрый совет, вам это пригодится. Обладаете знаниями, значит вооружены. Ссылка будет в описании к видео. Про переход границы. Также хочу добавить, что на сегодняшний день записаться в приложение CBP One не так просто. Срок ожидания для записи составляет до 8 недель. Многие прибегают к уловкам и хитростям, допустим, записываются в приложении заранее, находясь в другой стране, не в Мексике, через VPN. И некоторые пользуются услугами посредников, различными ботами. Подобные действия отслеживаются CBP. К примеру, человек зарегистрировался 15 мая, да, допустим, а прилетел 20-го. Вот в таком случае у подобных заявителей вероятность попадания в detention будет очень большая. Некоторые заявители записываются и проходят довольно быстро. Это потому, что приложение CBP One устроено довольно хитро. Точнее, очередь в этом приложении. Как мне известно, 40% заявителей система выбирает рандомно, остальные 60% идут в порядке общей очереди. Поэтому кто-то моментально получает приглашение, кто-то
ждет. Но мой совет вам – делайте все по правилам. Не нарушайте, и будет у вас все хорошо. По политубежищу хотел бы вам еще порекомендовать прочесть мою книгу. В книге вы найдете 10 историй преследования людей, чьи кейсы успешно получили одобрение службы гражданства и миграции. Это не просто книга, это ваш надежный проводник в мире политического убежища, собравший все необходимые сведения о процессе. Но это еще не все. Мы постоянно пополняем книгу самыми актуальными и важными материалами, чтобы вы всегда были в курсе изменений правил получения политического убежища. Если у вас серьезные намерения получить убежище, то вы можете не упустить шанс не платить по $150 в консультацию адвоката, а купить сразу все сведения в одной книге. Удачи вам, ребята!